Всем привет, с вами Ник Мюллер. И сегодня мы наконец собрались в дальняк. 120-140 километров. Мы не будем заезжать на дороги общего пользования. То есть ехать мы будем там, где придется. Неважно, есть дороги, нет дорог, можно там ехать или нет. Мы все равно попремся туда. Сейчас время 8 утра, я уже собрался идти в гараж, погода чуть не летная, но не важно, это нас сегодня не остановит.
Засрадушки, засрадушки. Ой, блядь. Валим. На не, ну там расцветка совсем другая была. Не бело-синяя, а коричневато-синяя. Ой, блядушки. Вот пиздосик. А им походу насрать. Им насрать на нас или чё? Проехали меньшую часть пути, но за это время мы уже успели увидеть ДПСников. Менты мрази хотели нас перехватить, но мы-то умные. У нас есть мозги, мы не пошли в ДПС. Мы купили себе Альфу и Рейсер какой-то там. И надрали им задницу, короче. Теперь мы отдыхаем. До Кудонова доедем, пожрем. И все.
заехать. Куда ты собрался? Мы доехали до какой-то залупы. И сейчас... Что? Давай вытаскивать. И вот сейчас готовим кушать.